Я Артем Вахитов, я из России. Мой соперник будет Сауло Кавалари. Уже третий раз будем с ним встречаться. И за эти два боя мы уже достаточно хорошо изучили друг друга. И этот бой будет интересным. Но я думаю, что сейчас мы еще будем лучше, потому что с каждым боем я, как повторялся, растем. И что было с последним соперником, Зак Микаса, будем доминировать в этом бою полностью, и думаю, победа будет только за нами. Ну, что меня заставляет оставаться там? Ну, это, во-первых, команда, зал, у меня там все, семья, родственники, друзья. Поэтому мне нравится в моем родном зале тренироваться. Я там питаюсь энергией даже после боя, даже не во время подготовки. Я каждый день нахожусь там, и это придает мне силы. Ну и, соответственно, окружение людей, которые всегда поддерживают меня, всегда помогают. Да, ну, в детстве было, когда я там дрался каждый день. Ну, были такие моменты. И родители, ну, после этого отправили меня вот в единоборство, и все, и пошло с того. Да, городок такой был криминальный немножко, и сейчас, конечно, не так, но в то время, когда это 2000-е там, годы, был криминал там, ну, это первое, я думаю, и только начало, впереди еще много недостигнутых целей, и... Я думаю, как можно дольше удержать у себя этот пояс, оставить. Французу как не дали, когда он выиграл четверку, и сейчас ему будет тяжело. Но мое предположение, что выиграет Зак Микасу эту четверку. И я думаю, так как у него есть удар, есть... Сейчас я смотрел ролики, он там работал ногами разнообразно, комбинации бил, и я думаю, сейчас он покажет, что и может выиграть этот четверку. Хотя этот вес такой довольно серьезный, и любой удар может решить. Ну, вот Журавлев, интересно, да, было. Сейчас у него травма, но я, в принципе, слежу, все меняются, ребята приходят новые, а именно, что для меня какой-то там соперник именно интересно за карьерой. И не в этом дивизионе, а в любом, да? Нет, в этом. А, в этом. Ну, я особо не наблюдаю, я просто смотрю турниры, а кто там пока появляется, пока одни и те же бойцы боксируют. Посмотрим, что-то. Ну да, я уже давно жду этого боя, и чтобы расставить все точки, кто сильнейший в этом дивизионе, и я готов боксировать хоть когда, только скажите, когда сроки, и мы начнем подготовку. Ну да, это интересно, меня как бы непонятно, почему он боксирует хочет в тяжелом дивизионе, потому, возможно, у него на то есть свои причины, возможно, после долгого перерыва ему там тяжело согнать вес, и может быть какие-то другие есть причины на то, но я жду этого боя.